Ну, то есть расскажите, что сейчас вот, допустим, было? Сейчас проходила женщина, положила свой рюкзак. Мы, не скрывая рюкзак, увидели все, что находится в нем. То есть, если в данном рюкзаке не запрещенные предметы. В данном рюкзаке не запрещенных предметов не оказалось. Женщина спокойно прошла на территорию ЖД вокзала. Данный аппарат, это стоит интроскоп, который просвечивает практически любые предметы. И очертания предметов можно определить по монитору. Также стоит прибор «Аспект», это который настроен на радиацию. Обнаружит радиационный фон. Девушка,